Здравствуйте! В данном видео мы подготовим к работе Scrambler Guard Bluetooth. Но вначале давайте рассмотрим органы управления данного прибора. На торцевой панели скрэмблера находится клавиша включения-выключения устройства. На лицевой панели расположены переключатели, отвечающие за выбор режима скрэмблирования. Напомню, в данном устройстве их 4. На верхней панели скрэмблера расположены индикатор питания, клавиша, отвечающая за переход устройства в Bluetooth режим, индикатор Bluetooth режима и стандартный вход для гарнитуры 3,5 мм. На задней панели скрэмблера находится отделение для элемента питания, элемент питания типа крона 9 вольт. Итак, давайте подготовим наш скрэмблер к работе. Нам понадобится сам скрэмблер, элемент питания крона 9 вольт, гарнитура и мобильный телефон. Открываем крышку на задней панели прибора и устанавливаем элемент питания. Подключаем гарнитуру. И, используя переключатель на торцевой панели, включаем скрэмблер. Красная индикация указывает нам на то, что прибор включен. Далее. Нажимаем кнопку перехода устройства в Bluetooth режим. Держим ее несколько секунд. И мигающая синяя индикация на верхней панели прибора показывает нам, что наше устройство переведено в Bluetooth режим. Далее. Берем мобильный телефон, также подключенный по каналу к Bluetooth. И в списке устройств ищем наш скрэмблер. Скрэмблер найден. Выбираем функцию сопряжения. Скрэмблер определяется в меню сопряженных устройств. Напомню также, что при сеансе связи с использованием скрэмблеров у обоих приборов должны быть выставлены в одинаковое положение переключатели режимов. А в следующем видео мы рассмотрим более детально работу скрэмблера Guard Bluetooth.